помощь в решении конфликта с соседями, установка уличного освещения и строительство хоккейного комплекса. С этими темами к главе округа Дмитрию Волошину обратились горожане. Встреча проходила в присутствии прокурора города Дениса Андреева и руководителей профильных ведомств. Так, председатель Совета некоммерческого партнерства Академия развития хоккея Виктор Чекин-Чекучинов пришел с инициативой построить небольшой детский хоккейный комплекс размером 28 на 56 метров на улице Панфилова. Инвестор уже найден. Вот, писал Юрий Горбанин, человек, который известен в Химках, сам местный человек тоже, и меценат, и готов подключиться и финансировать этот проект. Дмитрий Волошин предложил химчанам принять участие в аукционе для получения участка земли в аренду с возможностью в дальнейшем выкупить территорию. Участок есть, нужно его сделать корректировку границ, я правильно понимаю? Да. Через 5 месяцев можно выставить на аукцион. Угу. Уже на аукцион. Аукцион там 45 дней. Хоккей надо развивать. Хоккей, футбол, видите, мы успехи. Химчанка Надежда Степина обратилась к главе с жалобой на неполадки водозаборной колонки рядом с ее домом на улице Карла Маркса, 25. Однако к моменту встречи конструкцию уже заменили на новую. Также она попросила об установке столба освещения. Принцип заявления увеличить мощность и поставить мне опору на улице, не на территории моей. Это мы ставили Мособлэнерго. Дополнительно выйдем на место, то есть Суслов, соответственно, со своей компанией обязуется поставить там столб. Это, скажем так, бытовой столб. Стараемся на этой неделе. А, соответственно, что касается уличного освещения, где там недостающий угол, постараемся силами комбината протянуть дополнительные линии и повесить кусок освещения. Надежда Степина также пожаловалась на соседа, который делит с ней частный дом. С ее слов, мужчина не дает ей спокойно жить. Постоянно ломает ограждение и ходит по ее двору. При том, что еще в 2016 году суд установил границы участков. По словам прокурора города, этот конфликт должны разрешить приставы. Мы можем попросить? Если... Конечно. Надо, что это с официального обращения, чтобы они провели работу, разъяснить, человек прекратил ходить. Извините, я 5 лет уже, я не знаю, куда обращаться. Не переживайте. Встречи с Дмитрием Волошиным проходят ежемесячно. Обратиться со своими проблемами может каждый. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране. График приема публикуется на официальном сайте администрации.